А это, ребята, уже совсем новая история, в которой наш красный шарик спасет принцессу Солнышко. Ну что ж, отправимся вместе со мной в это чудесное приключение, ребята. Сейчас посмотрим, кто там прячется. Это что за монстр морской такой? Ого! Всем привет, ребята! Ну что ж, мы сейчас продолжим эту интересную историю. Она, ребятки, совсем необычная, так что смотрите внимательно, будет очень интересно. Меня зовут Спуди, и мы начинаем вот эти зомбачки, которых мы будем сегодня, ребята, с вами побеждать. И для вас у меня есть прекрасная новость, ребятки. Вы можете попасть в мое следующее видео, но вам не нужно не выполнять каких-то заданий особых. Просто я спрятал некий секретик. И если вы его найдете, то попадете в следующее видео, ребятки. Так что будьте очень внимательными. Давайте-ка разгонимся и прыгнем к нашему зомбачку. Ай, ты что? Как ты по мне попал-то, а? Так, ребята, все, зомбачок у нас получил. А это кто там? Кто это там шастает? Видите сзади? Какой-то зомбачок, что ли, по помойкам? Как-то странно. Что он там забыл? Так, мы, наверное, сейчас с ним спрячемся и будем, ребятки, двигаться к тому, чтобы спасти нашу принцессу, ребята. Солнышко. Так, хоп. Получайте, зомбочки. Есть, ребята. Как же круто мы с ними со всеми справимся сегодня. Так, что это тут у нас такое? Ух ты. Берем звездочки быстрее. Есть, мы прошли. Это эти зомбята наставили всяких ловушек. Круто. Это кто такой? Это что за... Кто ты такой, эй? Отстань от меня. Ого, вы видели, как он взорвался? Это какой-то странный динамит, что ли? Или кто, злой орех какой-то? Ай, нет, куда это мы свалились-то? Давайте-ка нормально сейчас запрыгнем, мне ж нужно спасти нашу принцессу, ребята. Поэтому мы сейчас все круто с вами пройдем. Есть, все, звездочки теперь у меня готово. Ой, кто тут у нас бегает? Получай, ты тоже сейчас получишь. Есть. Так, ребята, мы смогли всех победить, и остается двигаться дальше. Берем здесь звездочку, эту и эту. Смотрите, сколько мы всего тут набрали. Ой, готово. Теперь очень все хорошо. Ай, нет, 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 нет. Он меня не задел, но я сам из-за него упал. Так, все. Подрывайся там. Какой-то или зомбачок в каком-то шлеме. Кто это вообще такой, ребята? Пишите в комментарии, как вы считаете, кто это был. Что за подрывник? Вот еще один. А! Все, хорошо, что он нас не задел, этот подрывничок. Так, жмем кнопочку, жмякаем прямо. И вот так вот сейчас поедем наверх. Отлично. Все пока что довольно-таки круто. Есть. Это что такое? Поджидайте меня тут, да? Все, ребята, они вдвоем тут повзрывались, и теперь мы расчистили себе путь, а? Ого, прямо на самом краешке там и были. Ля-ля-ля. Ладно, не будем туда лезть. Ой, уже меня сейчас заметят. Так, ты что, меня не видишь, что ли? Все, хорошо, что он взорвался так рано. И теперь мне не будет особо мешать. Но мы сможем продолжить наше путешествие с целью найти, присвободить нашу принцессу, ребята. Так, я надеюсь, вы тоже уже ждете, когда же мы ее освободим. Сейчас все будет. Может быть, не в этой серии, но это произойдет, ребятки. Просто следите за моим каналом, и вы все увидите. Так, есть. Хоп. Прыгнули зомбачку прямо на голову, и все. Оп. Ех. Готово. Ой, тут нужно быстрее падать, а то сейчас лазеры эти меня распилят. А нет? Нет, быстрее. Есть, ребята, мы смогли от них убежать, а то бы они нас полностью бы съели. Так, хоп, их подождем. Надо набираться терпения, никуда не спешить. Так, тихо. Есть, отлично, тут еще даже забрали. Так, зомбачок.
стало чай. Все, теперь нам не будет мешать. Оп, куда это я упал? Эй, ну почему ты не едешь-то? Ой, как же я круто отпрыгнул от этой бомбочки, а то бы она меня сейчас взорвала, ребята. Ребятки, давайте мы на этом немножко остановимся, передохнем с шариком, а то что-то замотались. Продолжение, если вы хотите посмотреть, то просто зайдите на мой канал, оно будет там сразу после этой серии. Ну что ж, ребятки, до скорого, всем пока! Thank you.
Bye.